Всем добрый день суток, представляю перед вами автомобиль Nissan Kicks Sorento 2021 года выпуска, автомобиль с дизельным двигателем, машина в хорошем техническом состоянии, маленький пробег, шикарная комплектация, переместимся в салон автомобиля, начнем, наверное, с вами все равно, скорее всего, с багажника, покажу вам, какой же все-таки просторный большой багажник, ну а потом мы с вами перейдем к осмотру салона. Хочу добавить, у нас с вами партроники имеются задние, также передние, штатная камера заднего вида. Багажник у нас с вами с электроприводом. Багажник на самом деле огромный, большой, просторный. Также в комплекте еще будет вот такая вот сеточка, которую здесь можно будет пристегнуть. Когда что-то возите, например, там, не знаю, бутылки с водой, либо еще что-нибудь, сеточка остается здесь. Простой, большой просторный багажник, плюс полочка снимается, заднее сиденье можно откинуть. И мне кажется, без проблем, ну, по крайней мере, большой телевизор или не слишком большой холодильник здесь увести можно. Мало того, что в Kia Sorento очень большой багажник, у нас с вами такой же большой просторный салон, сзади места очень много. Сиденья задние, они двигаются вперед-назад, также регулируется спинка. Так, у нас с вами еще сзади имеются подогревы задних сидений. Я не знаю, зачем столько, но здесь много зарядок для телефона. Две зарядочки у нас с вами здесь и еще по краям сидений. Аж целых 4 зарядки у нас с вами сзади. Сенсор на ручках имеется бесключевой доступ. Спереди у нас с вами такой же замечательный, большой, красивый, просторный салон. Состояние салона отличное. Водительское кресло у нас с вами еще с электроприводом. Посмотрите, как красиво, да, выглядит. Теперь давайте пробежимся по комплектации. Значит, у нас в комплектацию входит мультируль. С мультируля можно управлять круиз-контролем, бортовым компьютером, штатной системой. Также у нас с вами, конечно же, будут все 4 стеклоподъемника, регулировка зеркал, функция складывания зеркал, кнопка отключения стабилизации, кнопка открывания багажника, корректор фар, есть датчик света, датчик дождя. Ну и что еще? Так, давайте теперь пробежимся здесь. Значит, здесь у нас с вами располагается электрообогрев рулевого колеса, помощь при спуске с горы, принудительное включение-выключение партроников, также принудительное включение-выключение камеры заднего вида, джойстик управления, в каком режиме вы хотите ехать, комфорт, эко, спорт, смарт. И еще у нас здесь с вами идет управление по бездорожью, то есть тоже выбираем, где вы передвигаетесь, и можно выбрать режим. Ладно, поставим, наверное, вот этот. Так, автоматическая коробка передач, подогревы передних сидений у нас располагаются вот на центральной консоли, на этих клавишах. Также здесь у нас с вами еще тоже есть две розетки для зарядки телефона, USB разъем для штатной системы, двухзонный климат-контроль, и что мне еще нравится, авторежим есть в трех положениях, то есть максимальный, второй режим, да, там, и первый. Очень удобно, просто иногда бывает, когда ставить температуру, например, 22 градуса, и вы понимаете, что как бы мне бы вот такую температуру, но чтобы не слишком сильно дуло, и можете убавить. Очень удобная, хорошая функция. Сама штатная система, как я вам говорил, у нас с вами партроники передние, задние, заводская камера заднего вида, кнопочка старт-стоп. В комплекте будут вот такие вот ключи, два заводских оригинальных ключа, плюс автозапуск от фирмы Шархан. И у нас с вами сейчас заведен автомобиль, ровно работает мотор, как я вам говорил, здесь маленький пробег, он составляет 37 тысяч километров, ну почти уже 38. Так что данная Kia Sorento на ваших экранах, машина у нас в наличии, приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв, заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль, если вас все устроит, машину вы сможете у нас приобрести по системе Традин в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего настроения, всем доброго, до свидания.